Так вот, здравствуйте, ребята. Я тут решил отправиться без своего друга, так как от него больше бед. Больше от него неприятностей, чем пользы. Так вот там. Вот опять этот заброшенный особняк. Уже его закрыли еще лучше. Теперь, ну, почти. Такое же закрытие хорошее, но правда здесь уже охранники. Ладно, я взял с собой телефон, немножечко еды, кирку и лопату. Эй, мальчик, уйди от Седова, мы тебя не пропустим. Ладно, ладно, я ухожу. Но у меня есть план хитрый, как пробраться сюда. Я, значит, беру и копаю. Опа, это что-то интересное. Опа, на, куда это? Ой, надо закрыть. Интересно. О. Так, хе-хе, глупенькие. Так, как сюда пробраться? Так, надеюсь, не слышали. Так, так. Земля мне уже не нужна. Эй, пацан! Помогите! Что ты? Всем лежу на пол. Ура, наконец-таки мы поймали этого маньяка. Отпусти меня! Нет, не отпущу. Ну что ты, попался? Отпустите! Вау-вау-вау, полегче. Так, пацаненок, ты молодец, что ты его обезвредил. Крикнув с окна, помогите. Молодец. Вот зря ты тут прокопал здесь путь. Ну ладно. Сейчас обследуем тут обстановку. Угу. Все тут понятно. Так, на четвертом этаже ничего нету. Нет, нету. Ну тут болтают. Ну чё, не переживай, все школьники в безопасности теперь. А мы этого чувачка казним за то, что тот убивал школьников в этой заброшке. Нет, только не казнь. Замолчи, я у тебя не спрашиваю. Всё, ты спасён. Ура! Ну вот и всё. Всё как и было. Ладно, пойду. Вы за все заплатите. Нет, надо было раньше. А все, он уже сдох. Все, он сдох.